дежурную часть первого отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от сотрудника магазина о том, что из кассы предприятия, расположенного на улице Северная в городе Одинцово, неизвестный похитил денежные средства. Сумма ущерба составила 85 тысяч рублей. По подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 48-летний местный житель. В отношении злоумышленника следователем возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.